Реконструкция улицы Чистяковой в микрорайоне Трехгорка почти завершена. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов обсудил на встрече с жителями организацию пешеходных маршрутов и финальное благоустройство прилегающей территории. От горожан поступили предложения построить дополнительные тротуары, лестницы и ограждения. Одна из тем касалась монтажа шумозащитных экранов напротив дома номер 14.